Это очередные новости по Black Rush. К сожалению, пока что в данный момент, в данный промежуток времени, в данном видеоролике обсуждение открытия 12-го сервера под названием White его не будет. Он будет либо в следующем видеоролике, либо через ролик, либо через вот все прочее. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока и до свидания. Black Rush показали, как будет выглядеть обновленное небо. Выглядит очень классно. А вам как? Вот опять-таки, Life Mobile. Вот мой любимый Ромка Злобин и все, кто причастны ко всем вот этим вот журналам. Сейчас грамматических ошибок нет, но мы знаем еще одну уловку Ромки Злобина. Чтобы набрать комментарий, как мы видим, она успешно работает, потому что на момент озвучки данного видеоролика пост прокомментировал 111 человек. И я считаю, что это действительно успех. И, кстати, поделилось 24 человека. К сожалению, сейчас никто, кроме автора поста, не может посмотреть, куда это они поделились, на свою страничку или там, я не знаю, в сообщение, потому что репосты считаются сейчас в общем количестве, и ты не можешь знать, кто репост. Постнул, ты не можешь знать, как были эти репосты. То есть это все у авторов и там создателей и редакторов вот всех вот этих вот постов есть. Но давайте не будем отвлекаться, потому что ролик должен быть без воды. Вот постоянно меня критикуют, мол, воды много. Вот то есть ты о чем-то там говоришь, что-то там какие-то вот эти вот все свои вопросы задаешь на протяжении 5-6 или может быть даже 8 минут. А что по факту? Что по факту получается? И дабы ответить на весь вот этот вот ваш вопрос, я могу сказать только одно. То, что сейчас я постараюсь все сделать без воды. Вот настолько, насколько вообще я все это умею. Давайте посмотрим на скриншот. Вот вы его видите, его вижу в данный момент я, и как бы было какое-то другое небо? Нет, разумеется, я помню, что оно было такое просто обычное синее, голубое и все вот эти вот оттенки там, я не знаю, красного, вот этого вот всего цвета Black Rush и вообще, то есть все такое. Очень, кстати, классно, что скриншот сделан на сервере Indigo. Это 11-й сервер Black Rush и как бы цифра-то такая, сами понимаете, значимая, красивая. Поэтому, если вы хотите играть со мной на Black Rush, то вы можете зайти туда, ввести при регистрации мой промо... Там, нет, вы можете при регистрации ввести мой никнейм. Там, ну, сами понимаете, вот, Данила КПРФ. Вот, вы его вводите, и я получаю вот с вас деньги. Может быть, потом я вам их даже отдам. А потом вы еще можете зайти и ввести мой промокод. Все это вы можете скачать, установить и сделать по ссылке в описании данного видеоролика. Там, типа, Bitly, SAP, ой, там, не SAP, а вот это Black Краша, там, я не знаю, ZDC, TDC и все прочее. Однако, небо. Что можно сказать по небу? Выглядит очень эффектно. Я не знаю, как они все это делали. Лучше бы было, если бы это было в какую-то определенную погоду. Если вот это вот небо, оно будет всегда на постоянной основе такое, даже когда мега светло или даже когда там уже темнеет, то не особо хорошо. А если это как отдельная погода, то типа, ну, фиг знает. При том, что Life Mobile пишет, что так будет выглядеть обновленное небо. То есть небо вот сейчас какое оно есть, вы, возможно, его видите вот во время всего вот этого геймплея, который на фоне там крутится, где я там езжу на мопеде, может быть, я там приехал уже на ферму, может быть, я там приехал уже на завод, я не знаю, что там было, но вы сами как бы все это можете узнать, понять и проанализировать. И тут я действительно, типа, вот я не знаю, как все это будет вообще выглядеть. Сейчас, разумеется, открылся 12-й сервер Black Rush White, о котором я вам уже рассказывал, о том, что вот если много обновлений вот каких-то есть, и если Black Rush их презентует, закупает на них рекламу, а я уже вам рассказывал, как понять, реклама это или не реклама, то, разумеется, вы можете знать, что, скорее всего, будет новый сервак, и вот на нем будет все вот эти вот обновления, которые Black Rush представила. Одновременно с этим обновления выйдут и на других серверах. Если кто-то, мало ли, не понимает логику Black Rush, почему они открывают столько серверов, почему они делают вот эти вот прочие свои вещи, то это будет в моем новом видеоролике, который выйдет либо завтра, либо, как я понимаю, послезавтра, или там, я не знаю, я, возможно, опоздаю, и он вообще выйдет, ну, когда-то очень поздно, и будет все очень плохо, все, я буду недоволен, буду говорить, мол, да нет, да как такое вообще возможно, да что, да почему, да зачем, да как, и вообще, то есть, ну, и не особо понятно. Однако, вы уже все знаете, вы уже все видели, можете поделиться своим мнением по поводу обновленного неба в комментариях, я почитаю и расскажу, мол, или там я скажу. Вообще, после выхода данного видеоролика в течение 2 часов, а возможно, даже последних, я там, не знаю, дня, 2 дней, я буду отвечать на все комментарии, поэтому пишите, не стесняйтесь. Может быть, вы что-то всегда хотели у меня спросить, но не знали, что вообще можно спросить. Поэтому вот, новый видеоролик выйдет завтра в 20:00. Я на это надеюсь. Спасибо за просмотр. До свидания и пока.